День семьи, любви и верности по всей России отмечают не так давно. Однако за последние 14 лет этот праздник успел полюбиться многим. В Центральной библиотеке этому событию посвятили большую развлекательную программу. Главными участниками стали юные читатели. С собой они привели бабушек и мам, тех, кто в будний день оказался дома. Такие праздники имеют место быть и должны быть, когда семья объединяется, и вместе они проходят те же викторины, те же с детками взаимодействия по рисункам. Сейчас вот эстафета будет, там, конечно, нужны были нам папы. Но нет, выкрутимся без пап, мальчики выручат мам. В общем, это для укрепления, конечно же, семейных ценностей и семьи. Праздники такие должны быть. Концерт, посвященный празднику, стал вторым в копилке клуба «Дорога в жизнь». Пока ребята только познают театральное и музыкальное искусство. Одна из участниц программы, Анастасия Моисеева, призналась, что поет она часто, но обычно для себя. Поэтому на сцену выходить было волнительно. Я жутко переживала, конечно. Но спела я хорошо, более-менее. После концерта гостей праздника ждала увлекательная викторина. Ребята вместе с родственниками по картинкам угадывали знаменитые песни. Во время всего мероприятия проходил конкурс рисунков на тему «Моя семья». Победила, конечно же, дружба. Судьи согласились, что в каждую из работ участники вложили больше, нежели просто свой художественный талант. Моя семья замечательная, потому что мы дружные, мы всегда куда-то ходим, почти все вместе. Я их очень сильно люблю, ценю. Завершился праздник по-спортивному. Гостей позвали на улицу, где их ждали веселые старты. Ребята разделились на команды и побежали на перегонки, заливаясь смехом. Праздничное настроение на день для всей семьи было обеспечено. Александр Столярова, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ.